Где нету? Нету второй белки. Видишь, глаз. Прямо в глаз попал. Полный нос соплей. Вот на стойбище живешь, микробов нету. Потом раз в цивилизацию выйдешь, там, где прогресс и цивилизация, оттуда обязательно какой-нибудь микроб поймаешь. И начинается, сопли бегут, голова болит. Вот так вот начинается. Пустой. Тут хороший. Вот там около берега плохой. Знаешь почему? Называется тюй-тяга, тюй-тяга называется. Знаешь почему? Потому что на этой речке тюй-тяги много. То есть вот так вот деревья стоят, потом когда деревья падают, вот эта вот коряга называется тюй-тяги. Видишь? Вот они, тюй-тяги. Вот такие вот тюй-тяги, называются тюй-тяга. Вот таких вот коряг здесь много. Валежно. Деревья падают, течение подмывает. Они что, сюда, что ли, ушли? Я, наверное, зря сюда пошел. Что ли? Ай-яй-яй. Домой-то пойдем, нет? А? Кто домой хочет? Наверное, все хотят домой, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Наверное, все домой хотят. А ты туда иди. Вот так вот. Мы их туда сейчас прижмем. Не хулиган. Ну, вперед. Вперед. Халяву мама, да? Сколько клеточек? От одной работает в другой. 8. Правильно. Пожалуйста. 6. У меня не работает один человек. Коля, сколько будет? 4 умножить на 4. 4 на 4, быстро.
Лена? 16. Правильно. Вот отсюда Жень. Начинаем. Считайте. Отсюда думаем. Еще какой? Так, молодец. Вот. У Яны немножко есть, конечно, ошибки. Вот она здесь немножко еще и ошиблась. Смотри, 8, а назад 6. 8, а парное число назад, если до 6, сколько надо шагов сделать в обратном счете? 2. Только с ответом 10. Значит, на уроке да, трудились. Только 2 человека. Нашел здесь. Хотя у нас в классе 3. Коля почему-то решил сегодня не работать. А почему? Потому что он не знает таблицу умножения, как выясняется у нас, полностью. 9. Так будет? Еще. Вот, 4. А сейчас урок окончен. Приготовились к следующему уроку. Это урок природоведения. И вышли тихонечко на перемену. Кто же здесь? Лена. Ручки положили. Урок закончен. Мы с бабушкой однажды вот так же выехали, палатку поставили, все. А рядом вот такой бугорок и дыра. В такой дыре медведица двух медвежат родила. У них, оказывается, берлога была. Обычно бывает два выхода. Один с этой стороны, другой вот там где-то должен быть. Слушайте внимательно, запоминайте. Вот в таком месте берлога бывает. Да, в буреломе обычно. Но только этот самый берлога... Ну, почему здесь нет берлоги? Не потому, что дыра засыпана. Иногда бывает, что дыра вообще не видно, дыры. Конечно, они же спят. Вот. А рядом деревья, если поцарапаны, вот тут. Ага. Вот эти деревья должно было быть все поцарапано. Вот это поцарапано. Запомнили? Вот, если деревья поцарапаны, значит тут берлога. Подойдешь, туда не надо подходить. Так к дереву подошел, посмотрел. Ну? Ага, царапины нынешние. Если царапины нынешние, значит он там сидит. Если нынешних царапин нет, то только старые, прошлогодние, уже смола вылезла. А, значит, пустая, да? Берлога пустая. Гляньте на нашу надежду. Можно даже там не ковырять. Я не подходила. Она хочет... Я как увидела она дыру, не подошла. Она думала... Внутри сухо, целый дом. Можете заглянуть вправо, влево. Я такого еще не видела. И так близко. Ну загляни. Чтоб теплее было, они обычно одну дыру оставляют, остальные закрывают изнутри. А в случае опасности он изнутри раскапывает, другую дыру выскакивает. Если там его караулят, он другую выскакивает. Так. Может, не пойдем туда дальше? Не пошли. Пошли обратно. Пойдемте ту елочку возьмем. Не хочу уже далеко идти.